Общее машиностроение, металлургия, электроэнергетика. В школьной программе таких предметов нет, но познакомиться со специальностью будущие инженеры смогли уже сегодня. Преподаватели Нижнетагильского технологического института провели для 10-классников 86-й гимназии и лицея образовательную сессию «Университет профессий». Разработали совместно с ними это мероприятие, цель которого, во-первых, познакомить ребят с профессиями, специальностями, направлениями нашего института, рассказать немного о высшем образовании как таковом и внести игровой элемент, чтобы им было не скучно, как на лекции, а было интересно и весело выполнять какие-то задания. Вместо скучных лекций – интересные задания, загадки и опыты. Сидеть на одном месте школьникам не пришлось. Для них преподаватели Нижнетагильского технологического института организовали 7 разнообразных станций. Среди них и металлургия, химическая технология, есть даже экономика. Я был на станции, связанной с черной металлургией только что, и на станции с машиностроение, боеприпасы. Эти мероприятия, конечно, пользу несут, как минимум профориентация и узнать о вузе, потому что самая, наверное, распространенная проблема – не знаю, куда поступить, потому что не знаю, какие есть профессии, какие есть вузы, какие есть направления, и поэтому именно не знаешь, чего хочешь от жизни. В будущем я хочу стать инженером, поэтому это было полезно для меня узнать какую информацию, как для института, как о институте, так и о профессии. Такие мероприятия, конечно, нужно проводить институтом, чтобы привлекать учащихся, помогать им определиться с будущей профессией. Образовательная сессия проходит в третий раз. Знакомство с институтом для гимназистов на этом не закончится. Совсем скоро они отправятся на экскурсию в вуз и посетят настоящую лабораторию. Полина Зорина, Игорь Харьков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.